Добрый день! Сегодня с мужем отправляемся на рыбалку в Чебурке. Вот он там сзади, на заднем фоне, лодку свою собирает в путь дорогу. Поедем на моей машине. Машина полностью загружена, как будто мы не в соседний поселок едем, а на юг собираемся. Полностью загружен багажник. И здесь, в салоне тоже. Ну, зная всегда, как мой супруг собирается, я больше чем уверена, что мы обязательно что-нибудь, но забудем. И это выяснится уже на пруду. Ну все, мы поехали. Я вообще не любитель таких мероприятий, как рыбалка. Ну, где-то раз в год по обещанию ездим. Мне обычно очень быстро становится там скучно. А муж очень любит такие вещи, рыбалка. Ну вот у меня есть антидепрессанты. После какого-то общения с природой я начну их грызть. И немножко буду коротать время. Я, конечно, согласилась ехать сейчас ради того, что я буду еще снимать блог. Наверное, просто так я буду поехать. Такой пруд, а там вон лед, так что можно сказать, мы зря сюда ехали. Ну и одет, соответственно, вот как медведь. Сегодня цветочки, мать и мачеха. Весна начала. Приехали на место дислокации. Вов там пока разбирает все свои эти рыболовные штуки-дрюки. А здесь вот есть еще такая собачка. Сейчас выбежит, я вам покажу. Здесь вон не только мы одни. Там еще вон есть не одни мы такие. Ой, вот она. Вот она. Вот она, песик, варбосик. Ой, хороший какой. Ну, сейчас будем рыбачить. Вернее, кто-то рыбачит, а кто-то будет сидеть смотреть. Сейчас Вова свою лодку вытащит, мотор, мне стул режиссерский. На улице, конечно, правда, очень холодно. Наверное, шапку даже придется одеть. Вот. Ну, сейчас будет общение с природой. Вот такая лодка у нас. Сборка. Вот не лень мужчинам, да, вот так все лень, а вот собирать ради рыбалки. Это не лень. Иди сюда, песик. Очень много хороших, очень много хороших. Не знаю, может, я даже покатаюсь сегодня. Вон, рыбаки встретились друг с другом. Обсуждают свои рыбацкие дела. У кого какой мотор, у кого какая лодка, кто что поймал. Клуб по интересам. Зачем я вообще нужна здесь, на этой рыбалке, непонятно. Я не люблю ездить, но Вова с постоянной периодичностью меня зазывает на рыбалку. Он, наверное, пытается мне приобщить к этому делу, чтобы мне понравилось. Но пока каждый раз я убеждаю, что мне не нравится такой вид отдыха. Я люблю более комфортные условия. Такие, как типа отель, там отдыхать. А такие вот, это, пионерские костюры, все такое. Ну, как бы... Интересно это, но не настолько для меня, например. Я не очень люблю такой дикий отдых. Я люблю все-таки более цивилизованный, что ли, вид отдыха. Сама я не рыбачу, не ловлю, хотя не то, что я никогда не пробовала, но как-то, не знаю,
не сильно меня это увлекает, и мне это быстро надоедает, мне становится скучно. Так что вот так. Он что-то мутно получился. Ну все, поехал. Мотор сзади. Поплыли. А вы уже обязательно. А вас я не снимаю. Только собачку вашу сняла. Собачку можно? Собачка вся замерзла. Нарелась? Не, не замерзла. У него лапки все, наверное, это промокли. Вина. А что она ходит? Катается, пока он не рыбачит, а испытывает там какую-то модернизацию, сделал с лодкой и мотором. Вот сейчас ездит, испытывает, катает, мотает лодку, мотор, не знаю, конечно, там, чем он там, доволен, недоволен, выйдет, расскажет. Я сижу, скучаю, жду, еще раз убеждаюсь, что рыбалка это не мое, и вид отдыха такой тоже не мое. Ну, придется терпеть, пешком же я тут не уйду. Вову здесь не понравилось. Складываемся. Сейчас поедем на другой пруд. А? Я не тебе. Вот. Сейчас собираем лодку. Не собираем, а собирает Вова лодку. И мы отправляемся в путь. Едем на другой пруд. Вот по такой дороге. По грунтовой. Сейчас попробуем там, что там получится. Там вдалеке наш Победенка. Сейчас мимо нее поедем из Трухачей, теперь поедем в Кочегурке. Не знаю, посмотрим, что там нас ждет. Весна начинается. Природа просыпается, птички, травка. Ну, пока травки особо нету, но в ожидании. Вот она, наша Победенка, на бугре расположилась. Вот пятиэтажки. Вот тут вот очистные. Там вот вдалеке завод «Строймаш», вернее, что от него осталось. Когда-то я работала на этом заводе. Как раз вот цех, в котором я работала, вот такой с окошками, механосборочный. Даже надпись осталась «Строймаш-центр». Барашки там пасутся. Вон. Целое стадо. Отара. А-а. А не стадо. Ну, отара, стадо. Он, наверное, пастух там идет. Да. Ему не хватает еще овчарки. Ничего, дома. Овчарка дома ждет. Приехали мы в Кочегурке. Никого, кроме нас, тут нету. Одни мы. Сейчас надо попить чай. Трава тут вся сожженная. Вот. Потеплело немножко, мне так кажется.
на детей-то ему уже сиди стояли, потом трава, мел, понравилось, лёг. Я буду здесь пробовать. Вот. А я буду сидеть на берегу. Не знаю, конечно, покатаешься. А ты меня покатаешь сегодня? Мне голову оторвет. Вот это мое режиссерское кресло. Сейчас я здесь вот так вот удобненько сяду с чашкой чая и буду вот так вот сидеть и лицезреть, как Вова будет по пруду рассекать. У нас идут приготовления. Самое интересное, мне всегда нравится Вове лень провод жизни к компьютеру принести, а вот лодку раскладывать, 10 раз складывать, это ничего, это нормально. Вот так. Даже есть такой анекдот. Я только на рыбалке узнал, какой мой муж терпеливый. Идет спуск на воду. Мотор крепится. А я сижу вот чай пью. Я бы сейчас, конечно, еще что-нибудь съела бы, но у нас ничего нету. Такой бутербродик бы с колбаской. А у меня только семечки и вот чай. Буду довольствоваться тем, что есть. Так, вместе? Я сворачиваю камеру, убираю, потом выну ее, когда буду уже на воде. Только я долго не хочу. Все, я уже в лодке. Тут, конечно, не очень-очень достаточно тесно. Но на это рассчитано человек. Да? Мне прям жопа туда скатывается назад. Я в лодке ездила, ну, неоднократно, конечно, но еще у нас тогда не было мотора. Первый раз у меня теперь не спортивно. Ой, она, а он отсюда не так жужжит, как с берега, когда слышно. А с берега прямо он какой-то жужжит. И поехали. Кстати, вода как. Я, наверное, телефон уберу, а то я очень боюсь его уронить. Да ладно. Да, конечно, с мотором-то лучше. А то грести-то это довольно-таки трудное занятие. Я вообще не умею, у меня не получается грести. У меня лодка по кругу начинает кружиться. Высадили, вместо меня погрузили холод. Теперь Вова поедет, будет смотреть свою игрушку, изучать ландшафт дна, хотел сказать морского. Ну, у мальчиков игрушки должны быть. У больших мальчиков большие игрушки. Вон он плавает. А я буду сидеть на берегу. Может, посплю немножко.
День сегодня очень солнечный. Мне прям в глаза бьет еще от воды. Боюсь, как бы не сгорело лицо. Сейчас не так... Утром было очень холодно, сейчас не так холодно, но ветер все равно есть. Вот такой здесь ландшафт. Такие просторы. Мы сюда как-то приезжали летом. Здесь везде вот рыбаки сидели, прям вообще вот все было усеяно рыбаками. Сегодня никого вообще. Вол подплыл. Опять заводится. Да ты что? Так быстро? У прудов растет вот такое растение, похожее на вербу. Но это не верба. Я, правда, не знаю, как оно называется. Напишите, кто знает. Успел поспать в машине. Очень хочу уже домой. Очень надеюсь, что Вов сейчас приплывет, и мы поедем домой. Конечно, я хоть поспала, но это в машине не сравнится. Спать в машине и на диване. Батарейка садится, так что на всякий случай я не знаю, сниму ли я еще что-нибудь или нет. Поймал ли вы там или нет. На всякий случай говорю вам, до скорых встреч.